Ну вот Галина Михайловна нам хлориды определяет, титроид. Значит, я хочу сказать, что в этой лаборатории делается вся тверская вода. Вот. Мы делаем воду по технологическим параметрам. Заволжский, центральный, все, что ближе, Пролетарский район, часть Южного, ну, Московский район весь ближний, часть Южного. Значит, воду просто кипятить. Почему кипятить? Потому что, ну, хотя и риск очень минимальный в отношении микробиологии, но 1% все равно есть. Я себе позволяю выпить воду из-под крана, но как бы говорить это публично, да, рекомендовать всем, я не имею права, потому что у меня есть данные. 1%, вот он есть. Вот. Значит, ну, Василий Борисович вот барьером пользуется. Там просто идет обменное разделение. Значит, там же картридж, это тоже разнонаправленный. Надо смотреть отклонение воды. Я что делаю? Я воду, конечно, в основном это кипяченая вода, ну кипяченая, потому что я пью чай, кофе, я не пью просто воду. Иногда я могу выпить воду из-под крана, абсолютно спокойно. Ну, конечно, не 5-10 литров, но стакан воды преспокойно могу выпить из-под крана.